За что хоть отчислили? За неуспеваемость? За пьянство! По Рейхстагу огонь! Ты мой враг, Куприн! И я тебя призову! Леонид Никитович, возьмите меня в армию! Армия — это не тир! А что такое армия? Армия — это храм! Игнат, беги, у него болезнь! Игнат, ты куда? Я прогуляюсь. Ты хоть поел? И почитать что-нибудь возьми! Куприн, паршивец! Как вы меня достали, Куприны! Берите пример с вашей матери, несчастная, одинокая женщина, приятно посмотреть! Вера Анатольевна, вы женщина старой школы. Замуж за неслужившего парня, где гордость? Девочка моя, синеглазая, это с виду он мальчик паинька, никакой он не хороший. Так нечестно, вы же хромаете! Гаденыш! Зачем напомнил? Так, если за пару суток мы не найдем вам печень, то есть вы не найдете, мы ее искать не собираемся. Так вот, если вы не найдете, вы же и умрете. Я? Чтоб вы сдохли все. Боже, как я несправедлив! Хорошо, хорошо. Бейте. Только сначала ответьте на вопрос. Почему люди умирают, а тещи живут? Согласен ли ты, Игнат, взять в жены героя социалистического труда, ветерана Великой Отечественной войны? Я не ветеран, я моложе. Извините. Мам. Ой! Мам. Ой! Мама, Катя где?